Ягу! Вперед! Швартуемся! Пришвартовывайтесь быстрее! Что еще за пресноводных моллюсков притащило, разрази меня гром? 300 акул мне в глотку! Да это же гнев Орды! Чувствует мое пиратское чутье, эти салаги не просто так здесь оказались. Это ты их позвала, капризулечка, признавайся? Да, они лучшие в своем деле, лучшие наемники. Весь объем так не понимаешь. Вы как раз вовремя, господа. Ходят слухи, можно доверять. Ну хорошо, случилась беда. Только мы собрались мы в путь по Великому морю за шкурами оленей, как заметили, что пропал талисман нашей команды. Попугай капитана. Мой попугай. И нам пришлось отправиться на его поиски сюда. Торговцы здешних морей приговаривают, что видели его в последний раз в мысе Тернистой долины. Но проклятие на мою душу. Я не знаю этих мест и прошу вас помощи. Найдите моего любимого пломбира, и я не останусь в долгу. Чтобы вам было легче его искать, я покажу его портрет. Не будем терять время. Чтобы узнать, где он находится, вам нужно будет пройти некоторые испытания. И первую подсказку вы можете найти в пиратской бухте. Линкую, куда лететь. Садимся на флайер. Итак, первое задание называется «Переправа». А ну-ка проверим, настоящие ли вы пираты? Посмейтесь-ка по-настоящему, по-пиратски. Так, а издавать пиратский клич, как истинные пираты, вы умеете? Доставайте свои весла! То есть планеры, и доверьтесь ветру. Хочу услышать самый пиратский клич. Только поберегите ваши пушистые задницы. Акулы здешних морей давно не пробовали свежего мяса. Ну, у кого кишка не тонка, становитесь в ряд, якорь мне в глотку. Освободите мои плавники, я хочу выпить еще. Да, да, хороший у вас клич. Надо записать. А, что вы сказали? Попугая ищете? Какого еще попугая? 30 якорей мне в зад. Ну ладно. Понравилось мне, как вы справились с заданием. Получите в награду от меня первые координаты для вашего пингвина. Точнее, попугая. А теперь кыш отсюда, не желаю видеть ваши морды снова. С первым испытанием справились все, и мы отправляемся к следующему заданию. The mate was fixed by the bosun's pipe. The bosun brained with a marlin spike, and the cookie's throat was marked belike. It had been gripped by fingers 10, and there they lay, all good dead men, like break of day in a snoozing den. Кого это ветра наш с колом мне принесли? Добрый вечер, добрый вечер. Я очень рада нашей встрече. Ко мне пришли вы очень кстати. Узнать о будущей вам благодати. Так, дай погадаю. Так, вижу. Вижу горы трупов. Стой, дай погадаю. Вижу горы трупов. Воткнутые флаги. Хорошая судьба у тебя, друид. Так. А что тут? Вижу, денег при себе не имеешь. Ценных вещей тоже не наблюдаю. Значит, горемычный, хорошего хруге не смогу увидеть. И все-таки, зачем пожаловали ты ко мне? Скажите, зачем пожаловали? Попугай пропал.
Ну, в этом я вам смогу помочь, но, естественно, не за просто так. Отгадайте мои загадки, получите то, что хотите. Каждый из вас может отгадать только одну загадку. Итак, загадка первая. То вы выжите, то в коше. По мне попасть никто не сможет. У меня чипшотов много, и, наверное, это... Ну, Рыжбар, в принципе, был первым. Да. Побеждает тот, кто первый правильно отвечает на вопрос. Загадка вторая. У него усы как спицы, он мурлыча песнь поет, только Хил его боится. Угадали? Это... Первый был. Токарев первым был. Итак, загадка третья. Мне же многого не надо, 2700 и звание. Хардмен первый был. Четвертая загадка. Заморозилась тушка, бросил Хант меня. Итриус первый. Загадка номер 5. Очень трудная. Хмельной я бочонок под мышкой таскаю, густыми туманами повелеваю. Толстая пузо, король пивоварен. Враги, убегайте, ведь я же... Шот был первым. Загадка номер 6. Очень больно я бурщу. Бабл при смерти прожму. Много их, а я один. Ведь я ретри. Лекто был первый. Следующая загадка. Не могу догнать себя тупо. Где ж тотем мой? Аскиз был первый. Следующая загадка. Из всех правил на арене рассказать одно сумею. На арене победит тот, кто первым. Следующая загадка. ДК для вас. Я не вижу дальше носа, меня морозит. Леонгила первый написал верно ответ. Следующая загадка. В форму мишки залезаю, флаги на БГ таскаю. У меня листва горит, я же не зря рестор. Упс. Загадка номер 12. Снять контроль мой хил сумел, ведь заюзал он. Следующая загадка. Ночью видит, будто днем. Станет ухать, не уснем. Не к добру идет молва. Птицу как зовут? Тант. Ну, можете, молодец. Выходи. Следующая загадка. Зашипует, забурстит, фаербол в руках горит. Фраг за фрагом, еще фраг. Всех разуплотняет. Жрет хп, как молоко. Ворота ставит далеко. Анстейблами задотать смог, не умирающий. Следующая загадка тоже очень трудная. Легендарок повелитель и дамагер от души. Нету лучше кавалера, чем наш совушек. Шадоу Прист всех нагибает, брустить под сайленс начинает. Не отхилишь никогда, если рядом с ним. Неужели такая трудная загадка? 18-й вопрос. У вас еще есть шанс. На хилов своих орет. Барскин ПКД сдает. Бурый он и косолапый. Танчит босса мощный. Кремсли. Меты всех разуплотняет. Станы по троим кидает. Разрывает потроха фиолетовый. Судеку выходи. И последний вопрос, Решится судьба. У него тотем большой, шаман с огромнейшей душой. Целый день у монитора, это наш ГМ. Мамонт был первый.
Молодец, Тарлада. Ну, раз вы справились с моими загадками, даю я вам координаты своей безумной подруги. A cutlass swipe or an ounce of lead, or a yawning hole in a battered head, and the skipper's gut was yawning red. And there they lay, I darn my eyes, all lookouts clapped on paradise, all souls bound just contrary. Ждет сегодня вас успех. Получите сценарий. Значит, суть этого конкурса заключается в том, он проводится в виде лотереи, вы подходите к гильдбанку и берете оттуда по коробочке. В каждой коробочке попугай, их два цвета. Кую вам третью подсказку и линкую вам последнюю точку, куда мы все летим. Every man Jack could have silver though pew. Yo ho ho and a bottle of rum. There was chest on chest of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hole, and cabins riot with stuff untold, as they lay there that had took the plum, with a sightless glare and their lips struck dumb. Подходите, подходите, самые крепкие напитки только здесь. Кто в гости ходит по утрам, тот поступает мудро. То тут 100 грамм, то там 100 грамм, на то оно и утро. Победитель получает все, проигравший валяется под столом. Наш девиз 4 слова: выпил сам, спои другого. Подходите, получайте выпивку. По моей команде выпивайте все залпом. Но если на мои вопросы вы икаете, или вас тошнит, или вы жульничаете, вы автоматически проигрываете. Итак, первый вопрос. Начинайте пить. Кто проживает на дне океана? Должен писать ответ. Первый икнул. Давай ко мне отходи. Икнул Мулимун. Второй вопрос. Кто всех аликов убьет и порежет? Все такие оригинальные, а что не пьем-то дальше? Вопрос третий. Кто самый лучший вождь? Сантора выбывает. Зеленую метку. Слав. Your face выбивает. Вопрос четвертый. Алики, кто? Не забывайте пить. Бинатрис выбывает. Вопрос пятый. Кто сутулая собака? Вопрос шестой. Кто бегает по деревянному полу? Вопрос седьмой. Петя, пьем и отвечаем. Пьем. Не вижу. Кого по петушиному разделила? Икают. Я не знаю, они все пьют, но никто не икает. Что за фигня вообще? Уже 12 осталось. Пьем и отвечаем, что должны сдать роги? Черенаму. Лейс икнул, Фернар икнул, Бендер икнул. Так, у нас осталось трое. Дарон, Аскис и Иваншот. Вопрос девятый. Куда уходит Альянс? Лучше быть вторым в Риме или первым в Гальской деревне? Ландерон икнул.
Каски, скрепки, слепоны. Пьем и отвечаем еще на один вопрос. Что недостроил Володя? Рим. Ну, смотри, двое остались. Двое же остались, да? А кто двое остался? Аскис, получается, и Кремсли. Я еще вроде. Я не икал вроде. Ты вообще не участвуешь. У меня же зеленый попугай, почему? Тебя не было, когда его давали вообще. 12-й вопрос. У кого еще есть яйцо? Это мы просто добиваем вопросы, потому что они реально были смешные. У нас есть два победителя. Это Грэмсли и Аскис. Куда ты убежал? Иди сюда. Наши победители, и для них дают дальнейшие координаты. Кто тебя первый нашел? Грэмсли. Значит, Грэмсли побеждает. Да это же наш пломбир. Мы переживали за тебя. Как и обещала, за то, что вы помогли мне найти нашего попугая, я дарю вас золотом. Принесите сундук капитана. Теперь, когда все в сборе, можно отправиться в ближайшую таверну и выпить рома. У вас есть минута сделать свои дела. У кого нет репутации, то в эту пиратскую бухту не залетает. И все обратно возвращаемся на пляж. Куда бы ни приплыл моряк, за золото и серебро его всегда поднимут флаг. Ему везде нальют вино, когда моряк на берегу, все девушки бегут к нему, они сигают из штанов, меняя деньги на любовь. Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты грустишь? Возьми папиросу, хлопни венца и песенку спой про сундук мертвеца. Куда бы ни уплыл моряк, от смерти не уплыть ему, и ждет его зеленый мрак, пока моряк на берегу. Но в эту ночь он не один, до гроба пьян, до брызг любим, она целует без конца его безумные глаза. Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты молчишь? Давай расскажи, ведь ночь коротка, как черту морскому свинтили рога. Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты грустишь? Возьми папиросу, хлопни венца и песенку спою про сундук мертвеца.
гашиши, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты молчишь? Давай, расскажи ей, ведь ночь коротка. Как черту морскому свинтили рога. Вино и гашиши, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты грустишь? Возьми папиросу, хлопни винта. И песенку спою про сундук мертвеца. Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты грустишь? Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк, почему ты молчишь? Вино и гашиш, Стамбул и Париж. Моряк, моряк. Вино и гашиш, Стамбул и Париж.